скала высокая, и как бы на вершине этой скалы стоит человек. А потом, как бы, такое интересное было показано, ну, как можно сравнить, я не знаю, как будто вот ложка, допустим, вот длинная часть, а потом где мы едим. И вот он, как бы, человек этот со скалы потихоньку сходит, сходит, отдаляется, а потом вот в этой части, как бы, как ложка, там и стоит. Он уже от скалы отошел, и, ну, но связь еще с ней имеет, находится на возвышенности и думает, что его возвысил Господь. А он уже, как бы, в свое время, ну, то ли сделал ошибку, то ли в чем-то согрешил. Он был на высоте, но уже теперь отдаляется. И стоит на этой высоте, руками размахивает, доказывает, говорит что-то. А одежды показаны его, ну, как бы темнеют, темнеют. Они свою окраску белую теряют. И уже вот эта вот связь, которая с Богом, она начинает шататься. Чем больше он думает, что он на высоте, а он как бы, и гордыня подошла к нему, он уже теряет с Господом связь. Еще немного, он может сорваться с такой высоты и упасть, разбиться. Как бы Господь говорит, что некоторые находятся в заблуждении, думая, что они высоко так, они ошибаются. То есть Господь призывает пересмотреть людей свои, как бы, как вы стоите. Вот в таком духе это было видимо сказано. Что если ты думаешь, что ты высоко, больше ты можешь упасть. Не надмываться, не возвышаться. Вот такое люди.